пожалуйста, выходили на поле к равному сопернику или знали, что он слабее, сильнее? Ну, мы выходили в качестве фаворита, потому что мы команда из премьер-лиги, а эта команда Фарм, мы вообще о них ничего не знали. Смотрели только их игры с Асоло и с Гарпастром. Ничего себе нормально не представляют парни. Не знаю, почему так получилось. Недонастрой, наверное. Какой показался, каким показался соперник? Сильный? Равным. Вот серьезно, показался равным. На площадке равным. Какие планы дальше на паркет? Только победа или есть альтернатива к этому? Смотря какой соперник попадется. Вообще настрой. Настрой боевой. Хорошо, спасибо большое.